Всем привет! Сегодня у нас с вами начистки вот такой грязнуло. Да? Это у нас север. Лежал, ждал своей очереди. Такой грязненький. Ну, ух ты ж. Походу. А как его чистить? Окаменелось, походу. Ну, сейчас попробуем. Я так понимаю, ближе к глиномелам, жирный сорт. Ну, здесь идет вроде нормально. А тут край, походу, придется скалывать. Вот оставила себе глыбушку. Тяжело. Буду лежа ее чистить. Как вовремя я нашла свой нож. Так, ну с этого края зачищается хорошо. Прям без проблем. Когда разницу видишь, да, грязный такой, защищаешь, он становится чистеньким, прям глаз радует. Я еще самый грязный кусок себе оставила, чтобы вот показать вам его начистки. Чтобы вы ощутили разницу. Прям здесь окаменелость. Походу весь этот бок. Сейчас посмотрим.
прям нож застревает. Да, что такое? Вот видите, сколько надо захватывать, чтобы это снять. Вот где она сверху с одного бока. И не подступишься к ней, ее надо именно вот так срезать. А может, это ракушка? Нет, это окаменелость. Видите? Так, разберемся. Север я пробовала в пыльном виде, но уже забыла. Но то, что он будет жирный, плотный, это прям чувствуется. Не только вот это место, его походу вот так придется скалывать, потому что где нормальный мел, он идет нормально нож. А там как панцирь стеклянный, все. Думала, палец порезала. Так. Надо было его чистить совсем, когда он мокрый. Сейчас будем проверять, насколько много здесь окаменелости. Так. Ну, под такой шубой грязи, я вам скажу, мел чистенький. Нету в нем ничего. Угу. Ясно. Как неудобно чистить глыбы. Вот видите, она как откалывается. Как будто вот ракушка. И остался нам вот этот сложный участок, так сказать. Попробуем его зачистить, если получится, конечно. Если долго мучиться, что-нибудь получится, как говорится. Вот дурацкие перчатки. Сейчас вам покажу. Не берите вот такие перчатки.
Вот этой же фирмы, только они голубенькие идут, классные. Этой же фирмы, только в зеленой упаковке, классные. Ну вот эти вот, они прям чуть это и все, они рвутся. Мне не понравились. Короче, по-любому придется вот этот край по ходу срезать, потому что он тверже, чем основной мел, основная глыбушка. А вот этот край мне не нравится. В общем, вот так мы зачистили. Оп, пока вертела, крутила его. Север досушится, будем пробовать. Всем спасибо, всем пока.